А в Твери состоялось торжественное открытие нового здания Главного центра обработки данных Федеральной таможенной службы России. Участие в мероприятии приняли губернатор Игорь Рудени, руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин. Роман Быков наблюдал за церемонией вручения символического ключа от нового здания. Флагманский дата-центр, обеспечивающий полномасштабную цифровизацию деятельности таможенных органов страны, создается в Твери по поручению президента России Владимира Путина. Это не просто центр обработки данных, это главный центр обработки данных, главный по всей стране. Да, при региональных управлениях есть тоже свои небольшие центры, но это совершенно не тот масштаб. Причин, почему именно в Твери решили построить такой объект, несколько. Во-первых, отличная транспортная инфраструктура, то есть рядом трасса М-10, прекрасный на нее выезд. Во-вторых, энергетическая обеспеченность, что для такого объекта тоже очень важно. Ну и третье, в Твери находится целый ряд вузов, откуда таможенники надеются набирать очень хорошие кадры. Это здание было перестроено из гаражного комплекса, хотя, как говорят таможенники, по сути возведено заново. Строительство шло в непростых условиях, когда наложились друг на друга самые разные факторы. Мы пережили две волны локдауна. Мы пережили дефицит стройматериалов 2021 года. И заканчивали уже с начала спецоперации. И многие компании, с кем мы начинали, они ушли с российского рынка. Но при этом мы закончили проект, мы достроили. И для меня, конечно, большая честь участвовать в данном мероприятии. В региональном правительстве также прекрасно понимали, в какое время идет строительство этого объекта федерального значения. Поэтому постоянно оказывали максимальное содействие, помогая с координацией работ. Это очень оценило руководство Федеральной таможенной службы. Нужно отметить, что благодаря поддержке губернатора области Михайловича Рудени, правительство области, нам удалось завершить строительство центра в короткие сроки. После торжественной церемонии, а также вручения символического ключа от здания, глава региона и руководитель Федеральной таможенной службы России осмотрели серверную, помещение главного распределительного щита, генераторную и диспетчерский пункт. Теперь Тверь станет основной площадкой централизованной обработки данных в цифровом режиме, который все больше внедряет ФТС. Более 85% из 5 миллионов всех деклараций регистрируется автоматически. Автоматически выпускается 35% или каждое третье, подаваемое бизнесом нам для оформления декларации. И на все про все требуется 2,5 минуты. Стоит отметить, что это только первая фаза создания в Твери главного центра обработки данных ФТС России. Два заключительных этапа по оснащению центра IT-инфраструктуры должны быть завершены к 2023 году.